жаркие, зимние твои. Под таким слоганом пройдут зимние Олимпийские игры в Сочи через 2 года. Этот лозунг представили всего пару дней назад. Презентацию приурочили к так называемому юбилею. До церемонии открытия игр осталось 500 дней. Амурчане новый слоган уже успели оценить. Как? Расскажет Ольга Даниленко. «Жаркие зимние твои». Эти слова мультиспортсмен Александр Кураков ассоциирует вовсе не со спортом, а с девушками. Тем не менее, юный кандидат в мастера спорта и участник всероссийских соревнований уверен, верно подобранные слова поддержки на соревнованиях всегда приносят победу. Они меня заряжают, и хочется для кого-то стараться и принести победу. Да, конечно, это большую роль играет. Главное стремиться к чему-то. Быть уверенным, что ты победишь, ну и побеждать. По нашей просьбе психолингвист Гульчира Быкова проверила новый слоган на звучание. Специальная компьютерная программа в течение нескольких секунд определяет первое впечатление, которое вызывает какое-либо слово или фраза. Так новый лозунг воспринимается как что-то шероховатое. Нужно было позаботиться создателям этого слогана, позаботиться о фоносемантической значимости в первую очередь. Потому что ведь для многих нерусских людей в других странах это будет только звучание. Потому что когда человек не знает, что означает это слово, он сразу же интуитивно переходит на уровень звучания. Тем не менее, создатели девиза уверены, он удачно в себе сочетает новизну и динамику. Слово «жаркий» отражает накал спортивной борьбы. «Зимний» говорит о времени проведения игр. «Твои» символизируют сопричастность к соревнованиям как всей страны, так и каждого. Символическое значение даже у точек после каждого слова объясняют на официальном сайте Олимпийских игр в Сочи. Они, цитата, проводят параллель с высокими технологиями и эмблемой. Однако все же оценивать результат будет народ. Уже на сегодняшний день мнения по поводу спортивного слогана неоднозначны, как и ассоциации. Странный слоган. Да, очень странный. Мне кажется, продолжение какое-то должно быть. Не закончено. Оно взрывает. Нормально. Жаркий, зимний. Жара будет зимой, значит. Будет много позитива. Ну, какая-то нелепица. Я думаю, что это нужно другое в любом случае. Россия, это прежде всего, это холодный, вообще-то, большинство край, да? Вот что-нибудь связано с Мишей, с медведем, вот что-нибудь такое. Слоган является неотъемлемой частью образа каждых Олимпийских игр. Он должен отражать национальный колорит страны и поддерживать основную тему соревнований. Так, слоганом Лондона в этом году стала фраза «Вдохновляя поколение», Ванкувера в 2010-м «С пылающими сердцами», Пекина в 2008-м «Один мир, одна мечта». «Жаркие зимние твои» – это слоган России. Он уже официально утвержден и станет главной фразой в 2014-м. Ольга Даниленко, Иван Сюмак, Эдуард Яворский. Новости дня. Информационное агентство «Порт Амур».